когда ты знаком с человеком, уважаемым в советские времена за диссидентство и образованность, это многое значит. Но помимо психиатрической практики и профессорства, он еще и пишет стихи. Это одно. Знаем мы одесских поэтов, сами вершивать умеем. Но когда ты знакомишься с его творчеством со страниц журнала «Новый мир», это, знаете ли, совсем другое дело. Поэзия Бориса Херсонского повествовательна, органична и парадоксальна. В ней стыкуются ситуации, сценки и яркие образы, и она всегда, всегда выводит за пределы обиходности в иное измерение, где ведется счет всему по большому счету, где неприглядность жизни и возвышенное, невыспренное стыкуются. Здесь главное в другом – метафоры и сравнения органичны и удивительны. Читать, слушать и удивляться точности и емкости языка, словно это твое. А что ты думаешь о Украине? О Днепре, Днестре, о горах Карпатах, о вишневых садках, о беленых хатах, не в последнюю очередь и о жидах пархатах, которых ты наглоталась вместе с большей частью страны, именуемой Польшей. Что будешь делать с их мишпухой, с их кагалом, с их писателем Шолом Алейхимом, с их художником Марком Шагалом, эсерами и эсдеками, больше меньшевиками, с их убеждением, утвержденным веками, что до них все народы были только черновиками, а на них Господь начертал свою Тору. Тору читала Катя? Хорошая книга, нет спора. Екатерина Вольтера вчера приказала испечь пирог с начинкой из медвежьего сала. Литературное чтение проходило в галерее «Анти-Арт» в окружении полотен художников, нонконформистов той эпохи, 70-х прошлого столетия, которая своим прессингом и казалась вечностью, неизбежностью, неизменностью и породила ряд замечательных творцов, среди которых имя Бориса Херсонского, безусловно, является ярким, своеобразным и даже характерной спецификацией.